Всем привет, дорогие друзья, с вами Кирилл, и сегодня мы опять продолжаем играть в Poppy Playtime 3. И сегодня я нанюхался какой-то фигни, и теперь мне мерещится всякая херня. Так что будем смотреть, что же мне будет сейчас сниться. По сути, это наш сон. И сейчас мы будем смотреть на все наши воспоминания. Так, это что у нас? Дом, милый дом, да? Коридор. Меня бесят эти коридоры. Двери какие-то, которые не открываются. Так, это что у нас тут? Что тут написано? Куда идти-то вообще? Так. Ой. Утром поступила трагическая новость в 9. Местные власти сообщили обнаружение тела мальчика по месте скончавшего Элита Людвига. Известный мастер игрушек и основатель компании Playtime. Лично себе... Чё там там? То есть... тело мальчика было найдено в компании Playtime Go, попросила прокомментировать ужасную находку. Оставьте на комментарии. Это действительно, я говорю, Людвиг был великим человеком. То есть тело мальчика нашли в доме Элита Людвига, то есть основатель компании Playtime. Угу. Ой, мне уже какие-то звонки мерещатся. Это откуда звонок идет? Темнота. Ну нафиг, не пойду в темноту. Кто звонит-то? Так, а там что у нас? Беги. О, Катнеп. Убежал. А тут же дверь была, нет. Несмотря на заверение, Playtime в невинности. Многие считают, что его замкнутость это единственность проявляет. Что там написано? Куда идти-то? Что это за психология? Это что это такое? Ой, что это за коридоры? Что за царапины? Ой, это кто? Входите. Входите. О! Нет. Ну и нанюхался я, конечно. Уж же коты мерещатся. Это не хороший мальчик. Стой! Исчез. Вот это, конечно, реалистичность. Так, что это такое? Что тут говорят? Что ж просто кругами не понял. Что? Что? Я ж оттуда бы вышел. Тут же проход был. Что это такое? Что? Что? Что это такое? Тут так и заблудиться можно. Вот это я нанюхался, конечно, вообще. Пердежа кота. Кот напердел весь дом. Я нанюхался и теперь... Снятся как какие-то херни. Вставай. Вейкап, ты... О, Катнеп опять. Вейкап, ты в коме уже 15 лет. Вейкап, проснись, пожалуйста. Мы очень тебя любим. Вставай, вейкап. Куда Катнеп-то пропал? Жикоты какие-то мерещатся мне. О, как страшно.
сейчас этот хаги-ваги будет. Я подумала, только это... Есть теория, что сам главный герой был, короче, создателем Хаги-Ваги. Из-за этого он, короче, потом, короче, из-за этого, короче, он и... У него есть такие, вот эти все воспоминания про Хаги-Ваги, короче. Потому что обстановка резко сменилась на вот все вот это. На вот эти все койки, вот эти... У меня все-таки есть руки. Так, давайте включим. Greetings, employees, and welcome to your first day here in Playtime. We're certain that in the days to come, you'll find your new family here every bit as loving and supportive as your own. Feel free to wander the halls, sit in the mess for lunch, or watch our children play and learn to their little hearts' content. Join the innovationists, where the bounds of science are continuously pushed. Or join the counselors of Playcare, whose diligence and care for our children will help shape a brighter future. Just you see. Now, every one of you has your part in that future, so should you come back tomorrow feeling unhappy for where you are or what you've done, worry not, for your supervisor is here and happy to listen. And should you come back years later, your conscience finally getting the better of you. May you descend into the dark and the dust, finding all that awaits you are incomprehensible horrors, each hungry for your return, each eager that they might find you. Perhaps they'd smile at you from a shadow. Their smiling mouths full of teeth and meat and plastic. Watching and waiting patiently for their turn at a warm welcome. Or perhaps they won't allow you such time to figure your place in the world you've left. A world that's theirs now. Welcome home. Что это такое? Хаги-Ваги, привет. Хаги-Ваги, как же мне страшно. Я не вкусный, я горький. Он же меня сейчас сожрет. Он меня сожрал. Ох, FPS сразу снизился, так что извиняюсь. Сейчас будет очень сильно лагать. 30 FPS. А почему мама длинные ноги всегда лагает? Мама длинные ноги, а вот папа. Интересно, папа длинный ног когда-то будет в игре? Я там ищу за маму длинные ноги. О, нифига, это что, противогаз. Ура, у нас есть противогаз. Давайте уничтожим машинку. О, сейчас я ее как натяну, так как натяну. Вонять будет, на какую клавишу ты его там? На F? Ух. А если снять? Ай, воняет. Так, куда дальше? А, точно. Вверх. Я вроде помню, как проходить здесь головоломки. Так что сейчас все просто на изях пройду. А нахера я поднялся? Стоп. Нафига, расхерачил, чтобы что? Чтобы вернуться обратно? Стоп, а куда идти-то? А, вот сюда. Так, тут завален. Или пройти. Сейчас уберем все это. Да, хватит. Газ уже можно снять. Нет.
О, батарейка. А, нельзя. Нельзя еще. Тут ничего нету. Киси-миси, привет! Киси-миси, а ты что тут делаешь? Она фотку какую-то смотрит. Походу, это ее дочь. Походу, забеременела от Абхайлаги. А вот так вот. Жалко, конечно. Не, ну что, поздравляю. Успехов в жизни. А, тут закрыт. А, не, даже так. Ух ты, а я здесь не был. Тут можно кассету включить. Так а где найти эту кассету-то? А где кассета? Где кассета? А, вот она. Давай. Мультики. Subject is stable. Designated 1322. Clear neural abnormalities were detected in his recent checkup. Though highly irregular, we've pulled him from the home sweet home just before lights out to perform. Блин, мне кажется, мне из-за этого лагать стало. А мне из-за этого планшета лагать стало. Yes. Kevin is very sick. Very, very sick. А, вроде все. Перестало. О, все, перестало. Сразу извиняюсь, а то мое железо не тянет вообще. Этот Puppy Playtime. Но он у меня вообще все тянет. Он у меня и Puppy Playtime тянет. Он у меня тянет и The Forest. Ну, The Forest он у меня хорошо тянет, а вот Sons of the Forest. Я, наверное, даже GTA 5 скачивал. У меня было где-то несколько 60 FPS даже. Ну, это на плохом расширении, а вот куда идти-то? А, не вспомнил, я вспомнил, вот. Так, тут я вроде попу... А зачем разработчики ее убрали? Мне же нравилось бегать. Зачем они ее убрали? Зачем они ее убрали? она же крутилась. Зачем ее убрали? Зачем ее сломали? Вы что там? Совсем что ли? Или убили? Все, наконец-то. Наконец-то! Наконец-то! Так, о, машинка. Ой, дырка. Свобода. А, нет, мы наверху. А это кто? Hi there. Свинка капризулька. Свинка капризулька. Куда идти? Кто ударил? Мы что, миллионеры по-вашему или что? У меня пенсия. У меня пенсия. Последний хер. Смотри, доедаю. Нравится мне елочка? Нравится? Придавить сейчас. Дальше куда? Дальше вот так вот. Я помню. Все, я помню. Наконец-то. Да ладно, я не испугался, вы чё? Да вы чё, реально что? Поверили мне, что ли? Я знал, что оно есть. Я её видел. Но уже знаю, как у него батарейку стыбрить. I'm Blumfy. Во, всё.
Батарейка у меня. Вот так вот надо с этими улыбающими зверятами. Ты что с ним еще сюкаться? Прыгать. Вон она улыбается. У меня даже рта нормального нету. Он улыбится. О. Так, одна батарейка есть. Нужна еще одна батарейка. Блин, мне нравится звук крикпаков. Он не имба. Еще нравится, когда они переключаются. Вообще кайф. Опять эти головки. Вы мне достали. Они сложные. А, ну я, в принципе, знаю, как это пройти. А что дальше-то делать? Быстрей. Быстрей. Я успею. Успел. Ты что, падла? Ходи, Вадик. Вон, разнесли пол комнаты. Ради чего? О! Эх, давили. Довели бедного динозавра. Ух, фу, воняет. Клавиши на F, да? Насрали. О, полезли. Ух, насали здесь, насрали, теперь воняет. Фу. Все снимать можно. О, батарейка, ура, как же я рад батарейке. Так, а куда дальше? Кто так вообще говорит? Только поймаю. Поймал. Во. Ура! Если вылетит ошибка, видео сразу заканчивается. Ну и по сути я и хотела ее закончить. О. А, открыть надо. Понимаете, эти головоломки. А, ну я, в принципе, сейчас на память буду как-нибудь проходить. Так, эти можно... Нет, так нельзя, подожди-ка. Так, эта штука поднимает вроде вот этот забор. Вот так вот, оп. Вот, поднялся. Дальше что? Дальше надо ее как-то... Так. Так, дальше ее отпускаем. Как это так? Так вроде. Вроде потом надо что-то вот тут с забором сделать. Ага. Держать. И теперь вот тут вот нет. Вот так вот. И потом нет. Стоп. Вот так вот он делает. Он не дает ей открыться. Открыться не дает. Окей, тогда мы делаем вот так вот. Так, вот это мы включаем. Вот это мы включаем. Новая цель, найти способ вернуться к куполу. Что-то я прикола не понял. А, вот сюда. Нет, не сюда. Тут же руку мы получаем эту, которая стреляет.
Ой. Ой, смотрите, у меня голос поменялся. Я подышал. Подышал. О, приехал за мной. Да куда ты, а? Ты меня увидел, все, не нахер, не буду тебя поднимать. Ой. А. Я уже думал, что я заперт буду. А, стоп. Это же я тут нанюхался. А что, выходить уже? Страшно. Так, короче, сейчас мы будем выходить из этого домика. Ой, что у меня... Так вот, что такое? О, нет. No, no, let go! I didn't do anything wrong. We're actually here to help. А что у меня английский язык? This place... Стоп. Английский язык. Это надо исправлять. Makes her tense. I'm glad that Ollie could help you get this far. He's the reason we found you at all. Мы нашли тебя только благодаря ему. Оля, это мальчик? Они бы ее еще Дашей назвали. Looks like the train crash hurt us both. Или Катей. Тебе пришлось через многое пройти. So much. You deserve an explanation. Я должна тебе все объяснить. Идем. Кому объяснить? Ты меня предала, падла. Hey, you'll be okay. С тобой с нами все будет в порядке. Нифига ты хакер. Что ты сделала? Нифига. Ну ты инженер. Нам целый этот активировала. Слышишь, Кисимися, твой друг Хаги-Ваги помер. Послушай, я тебе не враг. Я тебе не могу позволить тебе уйти. What's happening down here то, is что происходит bigger than там, all of us. Гораздо важнее наших жизней. I need you. Без тебя я не so справлюсь. We can get revenge on those monsters who tortured you. Которые пытали тебя. Who tortured us. Которые пытали нас. They didn't act alone. Но они были не одни. They're disciples of the original. Они лишь следуют за своим вожаком, прототипом. Прототипа. Do the honors. Окажешь нам честь. Нифига, Поппи, а этот ударилась. Нифига у тебя... Фига у тебя глаза, как будто ты в компьютер играла. Глаза, как будто ты в компьютер. Ой. The prototype knows we're coming by now. You try to escape? He'll kill you before you ever reach that front door. He's the reason I was trapped in that god-awful case for so long. You have no idea the things he's done. Let me help you kill him. Let me help you save everyone. We've all seen you. How capable you are. You killed Huggy. You killed Mommy. You freed me. You are perfect for this. Catnap is coming. He's the final obstacle the prototype has placed against us. We can't stay here. Keep yourself safe. Ollie will call you. Оля позвонит. Да. Так, надо вот этот взять. О. Она включила запасной генератор купола. Мы должны сделать снабжение в зоне добычи газа. Сперва вернись уже знакомый себе домовый дом. И там понадобится большой снег. Ох, вот. Перенаправить электроэнергию в домовый дом. Это для Дин. Помни генератор домового дома? Только был запасной генератор для этой постройки.
какой должен быть каждый. Тебе удалось проникнуть в подземную энергию до моего дома сюда. Почти готово. Куда идти дальше? Тут везде довольно опасно. Но опаснее всего в игровой, жуть. Так что лучше отправиться в школу. Кадрмат обычно туда не суется. Блин, там же это мисс, учитель, мисс приятность. Во, она за нами гоняться будет. Так-то нам... Так, ну все, в принципе. Ну, в принципе, на этой нотке можно уже и закончить данное видео. Всем пока. Всем пока, да. Сейчас я ради вас вот такую руку прикольную поставлю. Да. Всем пока, да.